Конечно, ДПС меньше, когда 10 человек лежит. Вот этим не поспорим. А почему 10 человек лежит? Потому что сдохли танки. А почему танки сдохли? Не знаю, это тайна, покрытая мраком. Я думаю, наверное, потому что не анонсили на пула. Так а тут сколько на пулов? Всего два. И вообще не, давай дальше продолжать молчать, будем вайпаться. Ну, времени до 10 до хера. Так тут два на пула, они вообще ничего не зарешают. Там на пулы вообще не решает ничего. Когда у танка решает. На первом... Ладно, ладно, не решает, хорошо, не решает. Хорошо, я хорошо, хорошо, хорошо. Алоя, если на пулы решают, то говори. Но я тебе привожу цифру. На первом месте танк 7000. 7к в омане. Это 7 миллионов агра. На втором месте танк 5000. Какой на пул здесь решит? Какой? Какого нету на пула? Который 7000, он просто чересчур набрал танк вовремя, не стоит. Вот и все. У чих нас, на пол. Была проблема, что ДДшники упирались в агро с топой. Сейчас такое. Паладину сальву здесь по команде давать или просто слить, пока ДД по ОМОНу? Ты по ДД даешь сам. Сальва отдается для того, чтобы танк, у которого 7000, 7 миллионов агро, скинул это агро и дал место танку, который на второй позиции, на котором нет стаков. Если это не делать вовремя, то танки будут дохнуть. Вопрос, по ДД давать сальвы или на танка поставлять? Только что сказал, наверное, не слышно было, да? Да. Один человек говорит по ДД, по самому ставительно раздавать, а другой говорит... Делай, как тебе Вага сказал. Ты по ДД отдаешь, а Кават с Вагой потом. Да, вот этот пул босса, и она чисто 250, это сниматься не будет. Лёга, я чё, нужен, нет? Посмотрим, пока нет. Энджи, поднимешь коника. А я нужен? У нас пул. Дайте пристабов раз. Следующий, кто без так? Кават. У меня стаков тоже нету. Здесь поставлю на центральную. Пока не забирай. Крик, да, тебе? По-моему, нет. Пришел, БР есть?
все забираю. Следующий кто? Там двое, для кого? Сферка, чё там, кто лопнулся? Уже кончился. Женуэн, поднимай ханта. Всё, стоп, ну не забирай. Здесь так и даже ещё. Я не держу, можно шагу лак, дайте по разбойнику, если можно. На пол воины. Так, слетели же. Да, слетели. На пол по воинам. Следующий. Я холодно. Скажите, как фаза будет. Сейчас заберу. Фаза. Фаза. Забрал, уходи вот. Кто коват, лага, кто следующий? Thank you.
Вага, выбей. У меня 5 секунд. Валой нас. Вага, стоп. Будет плохо сразу. На прожимка еще есть. Кова тут остаки есть? 30 секунд. Да, ясно. Кова, дай сакру. Салюпся отдаю. Каску лапу повару дайте. Так, я держу. Мосы поднимай, сядь. По мне сами все кого забрал. Ура, точно поднимай свой трек. Следующий кого? Вага. Да, меня можно. А полпа лагит. Садил последний. Я по тебе отдал. У кого я садил? Купил. По коваты, да? А, я стопнул и ладно, пусть выбирай. Все, у меня слетели. Могу. Забирай. Престобафлап тоже не хнуть. Следующий мага. Ставишь, когда каплю отдать. Сальва через 20 секунд. Сейчас первому отдам каплю. Еще два стака идет. И нардайте герс. Вот после этого... Может сейчас. Сейчас. Не было, да? Сальву можно мне. Вага, да, банчик не нужно. Не служит. Капля есть у тебя. Во время тяжкого удара 3 шага назад. Автоатака тебе не сложит. Если чё, Гера откатила. Жмите? Нет. Зубы есть. Вага, команда по прожимку. Купол, зубы. Давай, зубы. Через 35 секунд. А следующий зуб. Скидывай зубы на него. Зубы отдал. Купол у меня есть. Дайте вмешательство. Сакру. Было. Давай допулить, пробуй. А там да, нет больше, лак. Сакру. Сальву. Есть у кого? Кубал да, через 15 секунд будет. Пью есть? Массовую да, буду. Да, массовую, давай, массовую. Выбегайте, блядь. Локи разбежали. Локи Сантей. Живой взял. Танчу хиль. Все, добивайтесь спокойно.
Ты что, нас про товар выручил, получается? Нихуя лут! Шея, палец. Жестко. Хороший слюни пускает, резайте. За 10к ГП готов забрать весь лут. Там упал. На кастера все упало. Из места выходим, в обычку идем. Обычка Ока, да? Да. А Лара не будет? Гевки нет. Те, у кого КД на Ока обычку, могут ливать с рейда. О, правда, Ока сегодня. Мне заходить, нет? Пиши в чат, ты пропадаешь.